Брат, так я сказал по-хорошему, что приходить не надо, так он пришел. Андан, ты не можешь приходить сюда, когда тебе вздумается. Не забывай, что здесь работает Кемаль. Он увидит нас, потом будет что-то подозревать. А что ты все на свой счет-то принимаешь? Дорогой, если я пришла не чтобы тебя увидеть. Ты не могла ли я прийти, чтобы увидеть Кемаля, Андан? Нет, ну правда. Я пришла увидеть Кемаля. Где он? Его нет. Вместе с Бахарами ушли. Куда? Откуда знать? Кемаль ночевал здесь. Он расстроен из-за чего-то, но... Ничего себе. Значит, ночью он ночевал здесь, так? Андан, что такое? Даже внутрь меня не пустишь? Сейчас не время, мама внутри. А что такого, дорогая? Скажешь, я навестила больную. Андан. Ну ладно. Я и так сюда пришла, чтобы тебя поздравить. Кемаль ночью не оставался здесь. Да, он очень обижен на меня и злится. Ты не волнуйся, все как ты хочешь идет. А, ну молодец ты. Видишь, такая миленькая становишься, когда слушаешься. Закончила лекцию, теперь уходи. Ладно, я ухожу. Но я за тобой слежу, имей в виду. Это была Хандан? Это была Хандан? Доченька, я видела, чего ты скрываешь-то? Да, это была она. Пришла спросить про тебя. Ты, когда имя ее слышишь, ты сразу злишься, поэтому я не забирал тебе говорить. Чего она опять пытается добиться, кто знает? А есть новости от Кемаля? Придет к вечеру? Я не знаю, мы не говорили. Так ты позвони, доченька, спроси. Он и на обед не приходил. Нет, я не буду сейчас звонить, наверное, он занят. Звонишь, потому что он может быть занят, да? Послушай, я столько замалчиваю, но все, надоело. Че ты делаешь? Расстраиваешь, что ли, его? Мама, тему менять не надо, даже не пытайся. Отвечай мне просто. Вы прямо у меня перед глазами, он разрывается просто ради тебя. А ты просто держишь его вдали. Я же вижу все. В чем твоя проблема вообще, а? Хандан так смотрит вам прямо в глаза, чтобы вы поскорее расстались. Ты хочешь, чтобы это случилось? Что ты делаешь, детка? Что ты творишь вообще? Да, мама, ну хватит уже давить на меня. Пожалуйста, хватит, а?